Как только анонсировали отвергнутых, как только все узнали о возвращении Ace of Spades, так всем очень невтерпёж стало его получить, даже Ульдрану. Привет, Страж, канал Triple Vibe и я, Джонни Лейни, расскажу тебе, как получить заветный экзотический револьвер Кейда 6, пиковый туз. Если вы уже прошли сюжетную кампанию дополнения, то наверняка получили первый этап квеста от оружейника Банши. Банши взглянул на револьвер и сказал, что настолько потрёпанным его давно не видел, а значит его придется восстанавливать самым классическим способом – гриндом. Да-да, так и сказал, иди, говорит, гриндь. Первый этап – убить 5 противников с револьвера в режиме гамбит. Важный момент. В русской версии игры вновь ошибка в переводе. Убивать нужно только тех игроков, которые вторгаются на вашу территорию, а не наоборот. Так что караульте не портал, а когда горе-налетчик попытается устроить вам проблем на поле боя. Расправившись с этим заданием, отправляйтесь в плейлист налетов. Естественно, убивать. Много убивать. 250 врагов с револьвера. Тут могу лишь дать совет найти в налете некий отрезок с кучей слабых мобов, фармить их, вайпаться и снова фармить. Так выйдет уж точно быстрее, чем проходить сразу несколько налетов. Потом делим на 10 и отправляемся делать 25 киллов в горнило. Меньше из зол, жуткое обещание подойдут тут как нельзя лучше. Ну а скорость выполнения зависит уже только от вас, насколько вы круто обращаетесь с револьверами в PvP. Ах да, убивать нужно только в голову, так что не промахнись-ка в бой. После того, как вы настреляетесь, отправляемся остужать седалищный нерв в патрули. Искать сундуки Кейда. Да-да, он пропал из башни, а значит и карты его сокровищ тоже. Но только не сегодня. В последний раз отправляемся искать сундуки на 4 планетах сразу. ЕМЗ, ИО, НЕС и, конечно же, на спутанных берегах. Музыку погромче, пожалуйста. Сейчас будем показывать местоположение каждого схрона. Теперь у нас появилась специальная миссия на Титане. Нужно найти еще тайник Кейда, содержимое которого и поможет нам починить потрепанный ствол. Проходите не рашем, тут есть много интересной истории с интересными сплетениями лора. Ну а после летим к Банши в башню и получаем награду. Не забудьте протереть рукоятку спиртовой салфеткой, а то Ульдрен трогал. На этом мы прощаемся с Кейдом и его заданиями. Конечно, мы будем вспоминать о нем с каждым сделанным из его револьвера выстрелом. Эх, а ведь раньше он был доступен только охотникам. Ну и видео тоже подошло к концу. Спасибо тебе за просмотр. Не забудь подписаться на канал, чтобы быть в курсе всех новостей и руководств по квестам. Пока!